Привет, привет, привет! Вы на канале «Игры с куклами». А почему ты не здороваешься с ребятами? Привет! Прыгаешь, скачешь, а не хочешь здороваться. Нужно сначала поздороваться. Остановись! Хватит прыгать! Мы же пришли сюда не прыгать и баловаться. Художница, успокойся. Я умница, я учу всех, как нужно правильно что делать. Это некрасиво. Ты пришла сегодня в гости к ребятам, показать им новую куклу, а сама скачешь, как не знаю что. Ребята, мы сегодня вам хотим показать новую куклу. У нас похожая кукла уже была у наших подружек. Но у нас сегодня будет еще такая, но назовем мы ее по-другому. Как мы ее назовем, художница? Подумай, как мы назовем нашу новую куклу? Подружку новую нашу. Как она будет, как ее будут звать? Так, ну что же такое интересное придумать? А ну, какие варианты у тебя, художница? Что бы ты, как бы ты ее назвала? Ну, даже давай. Не знаю. Ну давай, любое имя скажи. Из мультика, можешь такое, из жизни. Ну быстрее, ну придумывай, скорее. Нам же нужно еще распечатывать. А почему ты не думаешь? Ну я хочу первое, я же первая сказала, хочу, чтобы ты предложила, а потом я предложу. Давай, что ты предлагаешь? Любое имя придумай. Ну что ты не знаешь имен? Ну подружки у тебя же есть в школе, в садике были, наверное. Ну давай, быстрее. Ну пусть будет это Алиса. Алиса? Ну все, мне тоже нравится Алиса. Давайте это будет Алиса. Ну давай, Алиса, выходи из коробочки, хватит там сидеть. А мы постоим здесь, возле наших питомцев. Давайте достаем Алису и покажем, какие наряды у нашей Алисы. Алиса спряталась хорошо, скотчем замоталась. Спрятали? Может, они спрятались? Алиса сама спряталась в коробочке. Коробочку, сторонку. Посмотрите, какое у нее свадебное платье. Сейчас мы посмотрим поближе, какая наша Алиса красавица. А ну, смотрите, ребята, показывайся, Алиса. Привет! Я наконец-то Алиса. Я освободилась из этой коробки. Мне так хотелось уже на волю, хотелось бы быстрее вылезти из этой коробочки. Ой, спасибо вам, девочки, что вы меня освободили. Да не за что, Алиса. Мы очень рады, что ты сегодня уже будешь с нами. Давайте мы опустим Алисе ручки. Вот такая у нас красавица. В таком платье Алиса с розовыми волосами. Алиса, садись к девочкам рядом. А мы покажем деткам, нашим зрителям, какие у тебя платьица есть. Вот такое у Алисы есть платьице. Красивое такое, модное. Она будет в следующий раз одевать платье. И совсем такое же самое. Вот такое платьице красивое есть, такое блестящее. Может быть, такое уже было у нас когда-то? Такое, по-моему, у нас тоже было. Вот такое платьице красивое, желтое, с цветочками. Какие классные платья. Такое платье зеленое, желтое. Ой, давайте покажем поближе. Вот оно там переливается, очень красивое, желтое. А здесь зелененьким. Вот такое розовое платье еще красивое. По-моему, такое было. С цветочками. И зеленое с цветочками. И еще расчесочка идет в наборе. У нас еще была. Той. У нас была какая-то. Оранжевая, желтая цветочка. Вот такая розовая расчесочка. И с бабочкой. А там была у нас, по-моему, оранжевая. Желтая. Немножко. Желтая? Желтая цветочек. Ага. Давайте посчитаем. О, скажи мне, пожалуйста, художница, а ты умеешь считать? Mm-mm. А ну посчитай, сколько платьицев. Попробуй посчитать. 1, 3, 6, не 5, умеешь. 4. А я умею. Я уже хожу в школу, умею. 1, 2, 3, 4, 5, 6 платьев. А платье это? Ну, платье, которое на ней, я не считаю, на Алисе.
Ой, какие, Алиса, у тебя прекрасные наряды. Нам с художницей очень понравились твои платья. Очень красивые. Да, мне тоже очень нравятся мои платья, девочки. Очень красивые. На следующий раз я буду их мерить и приглашу к себе своих подружек. Поделюсь с ними своими платьицами. И они будут тоже мерить. Но вы меня сначала должны познакомить с моими подружками. Но я надеюсь, что у меня их будет много. Мы тебе... Конечно, тебя... Алиса. Мы тебе приведем много подружек. И у тебя будет много-много их. Мы же даже не знаем друзей. Мы знаем только... Мы найдем для Алисы друзей. Но мы пойдем, побегаем по всему городу и найдем для Алисы друзей. Подружимся и ее подружим. Ну все, ребята, пишите нам комментарии, понравились ли вам наряды Алисы. Заходите на новые видео, чтобы посмотреть, как Алиса будет одевать новые наряды. И искать друзей. И мы для нее найдем друзей. Но это не смешно. Не смешно, художница. Алиса же не знает никого еще, а мы уже больше знаем. Поэтому мы познакомим ее с нашими подружками, а наши подружки познакомят со своими и так дальше. Ну все, всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте смотреть новые видео. Пока-пока, ребята! Пока! Пока-пока!